Всем здравствуйте. Пригнали на ремонт у вас буханку инжекторную. Проблема. Состояние проводки. Но если быть точнее, хозяин поехал на рыбалку. Она у него заглохла. Постоянно выбивала вот это вот предохранитель. Им сгорал. Ну, на следующий день я поехал с хозяином на место. Начал проверять. Здесь все время короткое. Сначала он лежал провод здесь вот сбоку. Оттуда уходил. Не было понятно куда. Я просто его сразу увидел. Отключил. Замыкание пропало. Ставлю, заводится. Полез дальше по проводу. Я нашел, что в двух местах. Вот в одном тут заизолировали, и в другом. Он протерся и упал. Там он сзади был на коллекторе. Соответственно, там было замыкание. А оказалось, этот провод шел у нас. Этот провод у нас шел вон сюда. На возбуждение генератора. Так что сейчас стоит задача проверить, в каком состоянии у нас зарядка. Убрать вот эти все сопли. Восстановить заводское, потому что заводская его. Вот она, фишка. Вот здесь должно быть один из проводов на возбуждение. И в панели там должна быть лампочка загораться. Также у него плавали обороты. Сейчас это все проверяем. И по возможности все ремонтируем. Не перестаю удивляться УАЗам и газелям. Зарядка появилась. Даже довольно-таки неплохая. Что я вот тель показывает. Это сантиметру. И на приборке тоже. Как тебе показать? Вот обороты плавают немного. У нас горит чек. В общем, копаем в сторону возвращения провода на место. И пока больше не будем дальше копать. Справим проводку сейчас. И будем смотреть все остальное. А и также он просил посмотреть, утечка у него есть. Вроде как магнитол. Ну да, магнитол у нас сейчас работает, хоть все выключено. Есть выключатель массы, так что в принципе понятно, что с магнитола дело. Но будем заниматься, не будем, узнаем потом. Копаем дальше. Возбуждение у нас было подключено вот так вот в главном реле. Вот он провод. Ну, просто приматан сюда. Все. Есть возбуждение на генератор. Зашибись. Сейчас здесь изолируем. Поправляем. Не перестаю удивлять. Точнее, не перестаю удивляться мастерством наших электриков, механиков и так далее. Оранжевый провод идет от возбуждения генератора. То есть на нем должен быть минус. Мы берем. Проверяем. Сейчас он отключен внизу там. Мы имеем на нем плюс. Да, зажигание включено. Но плюс, который подходит ко всем лампочкам, это вот этот синий провод. И вот на нем плюс, который должен быть. Этот провод сейчас должен быть отключен. Иду по проводу и замечаю вот такую классную вещь. Синий провод через что-то подключен. На какой, вы думаете, провод? На оранжевый. Зачем? Почему? Для чего? Мне непонятно. Сейчас скрою, конечно, посмотрю, что это за изобретение века. Но, скорее всего, сейчас все восстановлю штатно и будет все работать. Мне это, конечно, непонятно. Вскрыл я его. Оказалось, стоит даже не диод, а резистор. Номиналом 50 Ом. Точнее, нет, вру. А, ну да, все правильно, 50 Ом. Ну и вопрос на таком. Зачем между плюсом и массой ставить 50 Ом на лампочку аккумулятора? Я недоумеваю. Итак, диод я убрал. Подключил здесь. И оранжевый наш и синий провод, как должен быть. Здесь вот так вот подизолировал. Там второй синий провод тоже заизолировал. Здесь все собираем на место. Идем теперь ремонтировать там на двигателе. Восстановил здесь
провода, прессовую клемму, возбуждение, и внезапно пропала зарядка. Ну, так что снял генератор. Вот он, генератор. Сейчас буду разбирать, смотреть, что с ним не то, почему он перестал давать заряд. Пока нет генератора, есть отличный доступ. Меняю концевики от датчиков. Вот они такие ржавые. И по концам вижу, что вот-вот отвалится на новенькие. Здесь вот в порядке верхней части. Ее оставлю на месте. Нижнюю еще поправлю. Мучаюсь я тут, мучаюсь с генератором. Щетки хрен контачили, нашел, законтачили. Но тут не все так просто. Оказалось, еще диод сдох. Вон сгоревший диод. Еще оплавил весь контакт. Тут я все мучаю и мучаю. Заряд как не было, так и нет. Аккумулятор подключен, генератор собран на месте, включаем зажигание, лампочка появилась наконец, теперь есть, запускаем. Зарядка тоже есть, прибор показывает, о, что я переживал, давление масла показывает. Хотя, кстати, ни хрена не растет. Осталось диагностика и все. Ну, как я говорил, правую из оборота. Так, свет включено. Все, нагрузку держит. Все, под генератор вопрос решен. Сам генератор. Вот он. На месте. Шкив все подошло, все ровненько, все четенько. Включил у вас диагностики. О, и вот они чудеса. Внезапно все параметры начинают скакать. Вот и вопрос. Это после генератора так стало? Или у нас какие-то другие еще проблемы есть? Такие ошибки появились. Крайне интересно. Да, интересно. Ну, сейчас будем смотреть. Мотор чуть прогрелся. Стал работать более адекватно. Зарядка у нас есть, конечно же. Все показывает. Давай ставим тоже. Подсветки выпендриваются. Ну, тем не менее. Скорее всего, хозяин надо будет додавать так. Вряд ли он что-то захочет еще дополнительно делать. Так что на буханке пока все.